62 метра в длину и 12,5 тонн веса. 48 таких лопастей для ветроустановок отправили на экспорт в Данию. Отгрузка ключевых компонентов ветроустановки из России осуществляется впервые. Оборудование произвели на ульяновском заводе «Вестас». Из-за пандемии коронавируса торжественная церемония отгрузки первой продукции прошла тесным кругом участников. Мы продолжаем активно заниматься подготовкой новых площадок. Сегодня у нас есть крупный ветропарк на 85 мегаватт. Мы двигаемся к тому, чтобы построить еще один ветропарк на 250 мегаватт. Мы готовим конкурсную документацию для строительства здесь у нас солнечных электростанций, в том числе и производств. Свои автографы на первой лопасти поставили губернатор и операционный директор завода-производителя. Далее все лопасти будут перевезены в порт Тольятти. Оттуда водным путем на двух судах отправятся заказчику в Данию. Поставку ожидают к середине мая. Оборудование предназначено для нового ветропарка. Уверен, что диалог между нашими странами имеет обоюдный интерес. Укрепление экономических, индустриальных и культурных связей принесет пользу нашим странам. Благодарю датскую компанию «Вестас», губернатора Ульяновской области. Напомним, предприятие «Вестас» производит композитные лопасти для турбин ветроустановок, не имеющие аналогов Российской Федерации. В 2020 году планируется выпустить более 250 лопастей, а в следующем году – нарастить производство продукции до 300 лопастей в год. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.